Муниципальный конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое отечество» прошел в поселке Буланаш во Дворце культуры и творчества угольщиков. Организаторами мероприятий являлись Управление образования Артемовского городского округа и Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества номер 22». Данный конкурс проходил в рамках областного фестиваля детского творчества «Майская радуга» и посвящался важнейшим памятным датам, которые связаны с историей отечественной культуры. Мероприятие дало возможность приобщить детей к отечественной истории, развить у них чувство патриотизма, повысить престиж патриотической песни, а также выявить и поддержать талантливых исполнителей. Что вы знаете о городах, таких как Москва, Севастополь, Минск, Брест, Ленинград? Это города-герои, города воинской славы. Именно таким городам и была посвящена тема патриотического конкурса. Добавим, что участниками мероприятия были муниципальное общеобразовательное учреждение и учреждение дополнительного образования детей Артемовского городского округа. Всех участников разделили на возрастные категории – и открыли концерт дети и коллективы в возрасте от 11 до 13 лет. Вокальные коллективы, а солисты пели песни более лиричные, грустные, послушав которые, наворачиваются слезы о тех годах страшных, что пережила наша Родина.
Ансамбли, трио, квартеты, а где дуэт? Как раз подошла их очередь выходить на сцену. И песни, которые будут исполнены, посвящены Москве, героям и разноцветному миру детства. Ведь наши деды и прадеды сражались за счастливое будущее наших детей и внуков. Теперь их очередь славить прошлое. Группы средней возрастной категории от 14 до 16 лет запомнились зрителям серьезностью, самоотверженностью. Именно эти чувства выражались в их песнях. А песни знают абсолютно все. Например, «Крейсер Аврора» или «Если вы парни всей земли», «Подпевайте, если знаете». Войны потребовался не один десяток лет, чтобы возродить то, что было жестоко разрушено и уничтожено. Поэтому спетая песня Анны Забелиной «Возрождайся, Россия» была очень кстати. Также воспели Севастополь, где шли ожесточенные бои, и про матушку Россию не забыли. Возрождайся, Россия, страна!
завершили концерт патриотической песни дуэты ансамбли «Ивиа Эксклюзив». Каждый выделил для себя понравившийся номер. Ансамбль «М-Арт» поразили исполнением песни в несколько голосов, дуэт из лицея номер 21 своими костюмами, а «Эксклюзив» – группой. Позади. Сейчас начинается самая трудная и ответственная работа, ведь компетентное жюри должно отобрать лучших из лучших, кто будет представлять наш округ на областном конкурсе патриотической песни. Их имена будут озвучены позже, а пока желаем всем удачи!